Я хочу передать привет. Шаман. Куйбышевский военкомат Донецка. Передаю привет Министерству обороны. Здравствуй, Ара. Не знаю, живой ты или нет, но, как видишь, живой пока я. Своему командиру 3-го батальона. Я жив. Позывной у него киргиз. Он отправил меня на операцию, которую я знал, что я там просто погибну. Я хочу, чтобы он сам, если он такой хороший, умный, блядь, знает, пошел бы и сделал это сам, а не слал необученных пацанов тупо насмерть. Они нас послали, обещав одно. Произошло совсем другое. Вы нас отправили с одним билетом в одну сторону. Все, нас больше никого не осталось. Только пленные. Ощутите себя в наших шкурах. Обманутых, преданных. Я чудом выжил. Живой стою, а вы не думайте ни о пацанах, ни о ком. Сидите в своих кабинетах. Я не знаю, я чудом просто спасся. Как видишь, у меня здесь пиздец. Это мне, чтобы ты понимал, помогли украинские военные, которые не оставили меня подыхать, которые взяли меня в плен, вот, и оказали первую медицинскую помощь. Ты, Гондон, скорее всего, знал все и просто промолчал по рации то, что идет наступление. Я оставил свои позиции и убежал. А мы, пацанами, просто остались на смерть. Вот и все. И там просто кто как мог, так и выживал. Обман. Неверность. Кидало. Просто думал, хотя бы как-то что-то поддержит. А никто ничего этого не сделал. Я не знаю, пацаны живы или нет. Привет вам большой. Если вы живы, я надеюсь, что вы живы. А ты, блядь, удачи тебе, Гондон. Ни прикрытия, ничего нет. Там никто нас не прикрывал. Просто оставили вот в поле, грубо говоря, и все. А ты как последний, я даже не знаю, даже не офицер, а как последний нечто. Просто взяло и сбежало. Оставив пацанов там погибать. Нас осталось тут по пальцам посчитать, сколько в живых. А ты просто взял и в самом начале сбежал просто. Ну вы твари. Я вот себя дорогом ощущаю, вот. Все. А почему? Ну, потому что не надо было мне, надо было сидеть в зоне, как я сидел, и все. И не надо было просто вот на эти уловки какие-то идти. Им нужен народ, то есть им нужно, как это сказать, мясо им нужно.